Всем привет! Сегодня будем смотреть робота из Tower Defense от... Райлинг. Так, все, давай загружай своего робота. Так, вот твой робот из Tower Defense. Ну, кажется, немного побольше, чем там. Ну, там же вот поменьше. Да, можно за то, что сражаться. Это вроде бы Марк 5, да? Он так-то называется. Марк 4. Марк 5, он черный. Так, ой. Сейчас ноги выпрямлю. Так, ну это получается такой робот из Tower Defense, который меньше базы, ну, который базы, которая только для админов доступна, такой робот. Ну ладно, кто играет в Tower Defense, он поймет, наверное. Ну, робот из Tower Defense, короче. Так, ну внешний вид у него хороший, во-первых. Во-вторых, у него тут он на кресле пилот, тут есть какие-то кнопки, можно я? Или нельзя? Одна не рабочая, другая от минигана. Так, куда еще можно нажимать? О, он может ходить, это круто. И ходьба у него, в принципе, не такая-то уж и плохая, как я думал. Ну просто я думал, там просто даже без анимации может быть, или еще что-то. Тут очень даже, ну, хорошо так сделано. Если бы еще вот это помедленнее было, ну кажется, там ты моторы доставил. Да. Ну можно помедленнее сделать. Ну просто он слишком быстро для своего, ну. Как сказать? Ну, не как оригинал. Ну, вот скорость поменьше надо сделать, короче. Ну, хотя, если смотреть для билда мода, то да, так это хорошо. Так, тут еще вроде бы есть кнопки. Ой, бум-бум-бум. Я нашел секретную функцию. Ой, это не надо было нажимать, да? А что тут можно нажимать-то хотя бы? Я же не знаю. Ну вот. Рычаг. Ну, ты уже его пробовал? Нет. Вот, нажми на него. О, а другой? На другой нажал, он стреляет. Вот. О, как миниганы настоящие, вот. То, что вот до зарядку он постоянно перезаряжается. Да, еще можно делать бесконечную. Ну, это ты решил. Ну, ты как хочешь. Если с кем-то войдешь, например. И на файл надо ждать. Спотеть. Вот, сейчас. Зарядится. Заряжайся. Я нажал уже на кнопку. Берешь. Я нажал. Ты не на тот рычаг нажимаешь. А тот рычаг что делает? А тот ничего. А, просто. Понял. Ну вот такие у него пушки, типа дозарядка, ну можно было поменьше таймер сделать, ну в принципе то, что хорошо. И еще есть главная пушка, вот эта передняя. Так, ну чё, больше кнопок нету? Нету. Так, буква Х. Это чё, спецфункции? Ну это надо было на что-то поставить. А, ну ладно. Можешь что-то с этим придумать. Так, ну вот так вот можешь делать, ещё есть, чтобы такое делать, чё-то? Сейчас я все клавиши посмотрю, пока ты мне не сказал. Да. Больше нету. Блин, реально нету. Ну, ладно, короче, ладно. Может так. Хоп-хоп-хоп. А зачем это? И как это? Ну ладно. Так, ну получается, что хочешь про своего робота сказать? Ну, давай пытался его сделать, чтобы он много урона наносил по кому. Ну как и в Tower Defense, его миниган, ракетница. Еще хотел максимально ходьбу хорошую сделать, чтобы не трясло и нормально бы шел. Анимация немного не очень, то что... Анимация не очень, но все-таки в сферах билда бота это хорошо, в принципе. Ну, то, что он может хотя бы передвигаться. Я ну, хотя бы каким-то способом. То, что ты хотя бы свой способ придумал, это тоже хорошо. Также у него тут есть спецфункция, не знаю зачем это, ну ладно. У него есть впереди пушки очень много. Но он создан для билд-бота. Он немного не... Ну, он из Tower Defense, но немного под билд-бот сделан. Ну, то, что он ходит быстро и вот это все. В нем, да, было три функции ходьбы. Одна была хорошая, но потом я робота утяжелил, и он больше не работает. Потом вторая. Это вообще не получилось, и третья только такая. Ну вот, это хорошее, в принципе. Если еще с ногами можно что-то сделать, там, дополнительно. Не очень от ног зависит от чего. Вот миниган это очень хорошо, ну то, что они крутятся и идут на таймерах. Я редко вижу, что кто-то пользовался таймерами. Ну именно в этом. Пушки у него впереди, ну он для PvP сделал. Спецфункции. Ну тут очень много чего в декоре есть. Механизм у него есть, их очень много, они хорошие. Но тут еще много декора есть. Тоже интересного. Сейчас. Для минигана до сих пор заряжены. Так, ну тут вроде бы много декора. Вот в этой коробочке. Ну, я не знаю, как Марк 4 в Tower Defense выглядит. Ну, где-то так же. Тут миниганы тоже немного закруглены, и тут ну, тоже. В чем прикол? В Tower Defense такие выглядят. Так же сам. Не прям круглые, а прям такие. Ну, да. Если бы было что-то круглое, тогда бы я делал круглую. Вот тут тоже вот эти патрончики. С патрончиками, наверное, заморочился, да? Да-да-да. Не знаю, как их сделать, ну ладно. Так, вот тут ноги тоже хорошо сделаны, и вот это. Ну, все хорошо сделано. Я не знаю, что мне еще сказать. Кто в Tower Defense играл, тот поймет, что это за робот такой крутой. Может, я попробую сделать подраться? Я даже за меху эту играл. Мне она была раньше. Как это? Ее можно было получить? Раньше была бетка, в которой можно было купить меху.
Но после обновления меха исчез у всех. Ага, 3500 гемов напрасно. Да. Ну ладно. Ну, робот создан для PvP. Че вы хочешь сказать про него? Ну, давай тогда его протестируем в действии. Ну, проверим его ноги на прочность. Ну, давай сейчас, садись. Но у него ноги слабые. Но Ну, сами сейчас мы ноги это проверим. нормальные, только механизм слабый. Не, мы сейчас по билд-моду проедем на нем. Камушки порезаем все. Ну, можно его на прочность проверить, если хочешь. Я понимаю, что он не очень крепкий. Хотя тут некоторые слои даже довольно хорошо Не, у него сделаны кажется, будут. он крепкий, в принципе. А он, ты его из пластика, что ли, строил? Нет, из металла. А это хорошо. Ну, проверим, отвалится ли у него механизм от одного камушка. Не, нормально. Ну, едет вроде бы. Не, ну, кажется, он сможет тут пройти. Даже без Ну, этих до конца не ускорителей. пройдет. Ну, с потерями, но пройдет. Тут еще же пушки. Сейчас, я вернусь на базу. Давай. Один баг, когда, например, кто-то тут стоит. Я не Не, знаю, я... видел ты или не видел. Я просто застревал в роботе. Я не про баги говорю, ну ладно. Ну, расфиксируй. Ну, что-нибудь хочешь все-таки сказать? Ой. Мне кажется, там все-таки в ногах Как надо есть было сделать один сервопривод. раз, что нажать. Все, починю. Так, что это там за рычажки такие ты нажимал? Это на все работает рычаг, на все механизмы, а этот просто ноги. Вот так. Потом А, еще раз. стой, стой, стой. Пусть так будет. Это что вообще за функция такая? Ну, это чтобы ноги сжимать. Просто при строительстве они могут сохраниться и быть застрять, так и все. Так легче намного. Что с ногами происходит-то? Вот Выключи. застревают друг други. И вот. Выключи, Результат. выключи, выключи. Иду. Все нормально. Ну, такой робот. Ну, все, я не знаю, выиграешь, не выиграешь, но робот крутой. А прозрачность врубить? А, ну давай посмотрим механизмы, если хочешь показать. Пушки, Ну такие. пушки, пушки. О, на В общем, я говорю. печеньках. А я думал, на обычных. Ну вот, он значит непрочный все-таки. Я говорю, раньше была просто такая штука шла, и тут просто была такая коробка и колеса. Можно сказать, много зависело от ног. Я могу эти все механизмы эти убрать и оставить только сами ноги, чтобы они шли. И что Не то, что будет? так работает. И что будет? Ну, он будет ходить, он медленно будет. Ну покажи мне. Не, видишь, у него Вот. одни колеса, потом другие. А я думал, там моторы стоят, ну ладно. Ой. Еще за. Я за Колеса фрич. летают. Теперь я летаю. Колеса улетают! Чё ты сделал? Колеса улетели. Я улетел. Новая функция открыта. Ай, колеса тут летают по всей карте-то. Что сделал? Я хотел их удалить, но не получилось. Я рассетаюсь. Ну, думаю, тогда будем заканчивать. Давай. Но сейчас уже... Ой, я что-то не спавнился долго. Ну ладно. Чё, хочешь? Всем пока там, типа, такого сказать. Хочешь такая? Надеюсь на хороший результат. Ну, робот хороший. Я Столько все пока. багов надо было в нем чинить. Ну, давай всем Перед пока, съемками. скажем. Обычно перед съемками у всех все ломается. Ну, все. Всем пока.